Эта ужасная трагедия сегодня заставила рыдать всю Россию. Мы не знаем, кто в этом виноват, друзья, но мы спешим вам об этом рассказать. По сообщению нашего источника из шоу-бизнеса, этой ночью недалеко от своего дома неизвестные лица избили и ограбили российского телеведущего Сергея Соседова. Это все видела продавщица круглосуточного магазина, она же вызвала полицию, а затем уже и бригаду скорой помощи. К сожалению, полиция не успела задержать нападавших. На данный момент Сергей Соседов находится в больнице в коме, в очень тяжелом состоянии, избитым. Сообщается о том, что нападавшие забрали у него браслетку, в которой находилось 300 тысяч рублей. Кто он и зачем это было сделано, никто не знает. Шокирующие подробности этой трагедии появятся уже завтра рано утром, друзья, на нашем канале. Поэтому внимательно следите за нашими новостями. И спасибо вам за то, что вы нас смотрите каждое утро.